Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет. Выполним упражнение номер 2 на странице 4. В этом задании мы должны данные числа увеличить на 3 или уменьшить на 3. Чтобы выполнить это задание, воспользуемся схемой. Увеличить на 3 – это значит прибавить 3. Уменьшить на 2 – это значит вычесть 2. Посмотрим на первую таблицу. В ней мы должны числа увеличивать на 3. Значит, каждому из данных чисел мы должны прибавлять 3. Запишем получившиеся примеры. Первое число 4. 4 плюс 3 получится 7. Следующее число 7. 7 плюс 3 получится 10. Следующее число 6. 6 плюс 3 получится 9. Далее идет число 5. 5 плюс 3 получится 8. И последнее число 10. 10 плюс 3 получится 13. Во второй таблице данные числа мы должны уменьшить на 2. То есть вычесть из каждого из этих чисел 2. Первое число 12. Получается пример 12 минус 2 равно 10. Второе число 8. 8 минус 2 получится 6. 9. 9 минус 2 получится 7. Следующее число 7. 7 минус 2 получится 5. И последнее число 10. Из 10 вычитаем 2, получается 8. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.